Скряга денежки всю жизнь свою копил, в сундуках хранятся хины и динары. Поживу хоть год нормально, вдруг решил, но не смог прожить, ведь стал больным и старым. Тут и смерть к нему незваная пришла, не успел ничем он жизни насладиться. Скрягу за руку костлявая взяла, он подумал, может как-то откупиться. Стал упрашивать ее, дай мне пожить хоть чуть-чуть, но смерть была неумолима. Аргументы он ей начал приводить, в уговорах был весьма неутомимый. А без носа я тащила за собой, плакал скряга и как мог сопротивлялся. Но уже был на пути он мир иной, зря разжалобить костлявую старался. Ну позволь хотя б еще три дня пожить, половину денег заберешь за это. Но никак не мог ее уговорить, та молчала вновь, не дав ему ответа. Ладно, дай прожить всего один лишь день, заберешь все деньги, что я заработал. Оставалась смерть тверда, словно кремень, не нужны были все его щедроты. Тут подумал скряга, все я обречен, к сожалению, мой конец уже так близко. И единственное, что добился он, это время, чтобы написать записку. Я нашедшему даю такой совет: если много денег в сундуках имеешь, трат на жизнь их не копи ты зря монет, а иначе их потратить не успеешь. Я вот тысячи динаров накопил, но на них ни дня не смог прожить прилично. Часа жизни у костлявой не купил, для нее ведь деньги вовсе безразличны. Часа жизни у костлявой не купил, для нее ведь деньги вовсе безразличны.